Новое клубное мобильное приложение для вашего смартфона. Покупка билетов онлайн, календарь матчей, последние новости. А главное, наша онлайн-игра. Отвечайте на вопросы, делайте прогнозы, набирайте очки и выигрывайте призы. Играет команда, играете вы. Ну, внесла травма, там ушиб сильный у меня, поэтому последняя игра. Решили убрать и молодежи дать шанс, перестроили немножко позиции. Вот. Но за молодежный состав я очень рад. Вот. И вы видите, на поле и подпитка есть от них. Джим Лединов, Рифат Сия проявляет в полной мере. Баринов не потерялся. И Жора вышел, хотя и вчера отыграл 90 минут всю игру. Сегодня потихоньку надо молодым ребятам тоже чувствовать атмосферу и быть ближе с командой, с опытными игроками. Но если выиграли, то доволен, но не все моменты, конечно. И все равно надо с ним работать, с Эзекелем. Потому что еще раз повторю, что чемпионат Словении, чемпионат России – это две большие разницы. Плюс чудес не бывает, он не прошел сборы с командой. Поэтому и физически он не так готов, как должен быть. Обидно весь сезон идти в лидирующей тройке, в четверке. Вот, и концовку провалили, но это есть и объективные, и субъективные причины на эти вещи. Просто не буду вдаваться в подробности, потому что вы все не первый день в футболе. Вы знаете, что за 5 туров до конца одна игра перевернула наше стремление попасть в Еврокубки.